Ребят, всем привет! Зая на связи. Давненько уже нового контента под эликом не снимала. Гриб баран сегодня буду собирать в штате Нью-Ганновер. Окрестности Брандивайнского водопада. Не самое удачное место в плане сбора, слишком далеко расположено. Хотя если вы любите путешествовать, тогда сюда стоит заглянуть. Мне больше нравится локация Хребет Дьявола. Ну да ладно, отметила несколько точек спавна данных грибов. Но для дейлика достаточно пройтись по двум или трем точкам. Стоит также отметить, что здесь рандомно спавнится пума, так что будьте внимательны. Интерактивная карта Эрдо на всякий случай будет в описании к видео. Желаю всем удачной игры и хорошего настроения. Пока-пока.